уходит в прошлое, Спектакль-концерт «Памятник живым» родился из восприятия и переживания тех событий, которые происходят в стране, из осмысления СВО. Многие в это непростое время задавали себе вопросы, думали, чем они могли бы быть полезными фронту и людям. Коллектив православного творческого объединения «Мир» тоже не мог остаться в стороне от животрепещущей темы войны. Для Романа Сванидзе новая постановка – это и личное деятельное сопричастие, и в то же время выход за рамки привычного. И никогда не писал песен про войну, и даже на социальную тему почти не писал ничего. Но я стал читать те стихи, которые рождаются сейчас. Те прозаические тексты, те дневниковые записи, те какие-то публикации в Телеграме, там где-то еще. От непосредственных участников, от тех, кого эта война коснулась ближе, чем большинство из нас. И меня в первую очередь, конечно, интересовало то, что происходит внутри людей. Основу спектакля-концерта «Памятник живым» составили 12 песен на слова разных авторов. Их дополняют стихи и тексты, отразившие реальные истории и чувства современников, которые так или иначе соприкоснулись со СВО. Среди них молитва матери, письмо жены-добровольца, откровение волонтера, размышления мобилизованного, наблюдение военного корреспондента. Прозвучат голоса и тех людей, которые переживают войну в тылу и которые ушли за ленточку. Для зрителей попробуют показать те грани событий, которые чаще всего не видны обычным людям. У нас принимают участие музыканты, актеры, Светлана Киверская, актриса театра, Иван Ярута, саксофон, Олеся Логинова, скрипка, Дмитрий Логинов, бас-гитара, я играю на гитаре. И нам помогали эту работу выпустить наш музыкальный руководитель этой постановки Ирина Васильева, которая помогала делать аранжировки и нас всех музыкально организовывать, с нами тренироваться, нас воспитывать. И режиссер Ирина Семенчук. В дальнейшем спектакль-концерт «Памятник живым» планируют развивать и видоизменять. Возможно, показать его и за пределами города. Премьера для саровчан состоится 22 июня в 13 часов по адресу проспект Мира, 50. Записаться на события можно в официальной группе творческого объединения «Мир» ВКонтакте. Возрастное ограничение 12+. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.